Традиционно в канун праздника Дня Матери в стенах городского исполнительного комитета проходят мероприятия «Чествование мам». В этом году пандемия внесла свои коррективы, и в зале лишь те, кому присуждена одна из самых высоких в нашей стране наград – Орден Матери. Современные мамы – асы не только воспитания детей. Карьера и финансы также в центре внимания. Совмещать материнство и работу несложно, уверены эти умницы и красавицы. Говорят, главное – желание. Но в праздник можно и остановиться, просто побыть мамой – любящей, заботливой, нежной. Вырастить – это одно, а воспитание? Чтобы они были хорошими людьми, и достойными, и получили образование, это совсем другое. Ну вот мы будем стараться, чтобы, как это сказать, ну чтобы не зря получили мы орден матери. У нас все получится. В праздничный день в адрес самых красивых и целеустремленных, самых активных и талантливых звучали слова поздравлений от руководства города. Мэр Александр Рогачук смог уделить внимание каждой, поприветствовать и, конечно же, вручить почетную награду. Женщины, воспитывающие и воспитавшие пятеро и более детей, конечно же, героини. И именно поэтому к ним такое особое внимание. Каждый раз я восхищаюсь нашими многодетными мамами. Мамы, которые воспитали пять и более детей. Их оптимизму, их красоте, их умению ладить с таким количеством деток разных возрастов. Это требует колоссальных моральных, физических, материальных, финансовых ресурсов. И абсолютно правильно, что государство считает возможным отметить этот материнский подвиг. Благодарен за воспитание детей. Потому что, как бы мы ни говорили о том, что школа несет ответственность за воспитание детей, все-таки основной базис, основное базовое, фундаментальное, нравственные какие-то фундаменты человеком закладываются в семье. И, наверное, все-таки, прежде всего, мамы. Общение прошло в дружеской обстановке. За чашкой кофе с градоначальником мамы смогли обсудить разные вопросы, касающиеся устройства города, инфраструктуры, условий для многодетных семей. А памятное фото со всеми участницами встречи станет хорошим напоминанием об этом важном дне и о тех, кто стоит за такими правильными традициями.